Значит так, я сейчас все расскажу. Я начну исполнять, сразу говорю. Вы кто? Бес. В натуре. Это вы ты, а мы это вы, а ты это я, а он это они. Это возмутительно, просто абсолютно возмутительно. Вот сейчас обидно было. Вот сейчас даже мне обидно так говорить. Я такого не говорил. Поехали! Здрасте всем, дорогие друзья, всем привет, с вами как всегда я, Леха. Сегодня необычный выпуск. И палец вверх поднял. Сегодня мне пишет сам. Он, вот этот, у кого печенье невкусное, и говорит: а чё это ты, Лёха, не посмотрел предыдущие ролики? Ладно, он так не говорил. Он просто написал: Лёх, там вышел ролик. Хотел просто историю какую-нибудь рассказать, потом подумал, Артём скажет, что я такого не говорю. Он не подыграет. Вот, ну, короче, ладно, тогда скажем по-простому. Короче, он, значит, пишет: а ты знаешь, что там первая серия вышла? Я говорю: то есть ты как провокатор, да? Он говорит: а там потом ты объявишься. А я не ездил с ними в первый день. Да, потому что я все, что правильно, занят был. Они поехали без меня, а там контент. Да, там прям как мы любим. Там вот это вот с баяном, да, с цыганами, с этот табор. Ну так вот, спасибо тебе за подписку на канал. Спасибо за подписку на телеграм-канал. Проходи, раздевайся. Сейчас тут начнется, да, все как ты любишь, да. Поехали, печенье вкусное, нет? А не подскажешь, печенье-то вкусное? Я там, когда появлюсь, там начнется, знаешь, с чего? Значит так, 20 тысяч лайков. Звоню Артему Вульфу, записываем новый рейд. 19, ладно. Ладно, 19. Да. Ну ты это быстро поставишь. Ладно. 19 тысяч, новый рейд начнется там, да. Я начну исполнять, сразу говорю, прям с витрины просто назад этот кикфлип сделаю. Да. Сейчас я попробую. Хорошая, да. Не, пахнет как неприятно. Алимат тут хороший? Я, главное, зашел? Когда? А он мне, знаешь, что сказал? Ты, говорит! Я говорю... Это спойлер. На следующей серии я говорю: вот тебя-то я и ждал. Я говорю: а может быть ты? Он говорит: нет, ты. Я говорю: а может быть все-таки ты? Извинись. Он говорит: нет. Я говорю: да. Он говорит: у меня жена беременная. Я говорю: у меня тройня. Вчера родилась. М? Не стыдно? Гадость. Серьезно или гадость? Ну, серьезно. Если мне товар не понравится, зачем же я домой понесу? Так что, понять, нравится мне или нет товар? Я не пойму, что вы пытаетесь доказать? В смысле? Я пытаюсь доказать. Я пробую товар, нюхаю. В магазине видели, чтобы подойти, вот так открыть, все пробовать, нюхать? Во всех магазинах. Не стоит так делать. Ты ладно. Просто тоже вроде, ну, не совсем молодой. Зачем? Сейчас занюхну. Ну, за такой товар нет желания, конечно, платить. А, так у него микрофон. Так я его в Химках видал, да, этими торгует. Я вам рассказываю. Это Артём вам не расскажет, я сейчас все расскажу. Маленький магазинчик. Я когда пришел, он говорит: там уже назрел конфликт. Мы, говорит, их уже 2 дня надрачиваем. Я говорю: чё вы без меня туда попёрлись? Он говорит: сейчас там начнется. Я говорю: я могу. Да, все нормально, все нормально. Пришел, урегулировал. Заявление на всех написал, кого только можно, даже на соседей. Там бумага просто рекой лилась, да, я писать устал. Да, уехали в 3 ночи. Вот, не суть, тихо. Прикол в том, что маленький магазинчик, 3 витрины, ну совсем прям, ну закуточек. Про срока столько, ты понимаешь, вот, ну там весь магазин, все вообще до чего-нибудь докоснись. Я прям беру вот первый попавшийся, просрочка, это просрочка, то просрочка, там просрочка. Весь магазин просто, весь тухляка. Это просто вам предыстория, чтобы знали. Ну, я понял. Что снимает. А зачем вы это делаете? Ну, так не нравится, товар, говоришь, попробовал. А нравится. Почему у тебя камера над лысиной, скажи? Не знаю. Давай, давай. Кого? Сотрудников будем вызывать и разбирать. Я сейчас вызову. Вызывайте, разбирайтесь, конечно. Не-не-не, вчера не вызывал. Покушать, оставьте здесь все, пожалуйста. Да я в тележку, в корзинку положу, еще покажу по магазину. У нас магазин закрыт, выйдите, пожалуйста, оставьте. Как это закрыть? Вот так вот, я закрываю его просто на перерыв. Закройте, пожалуйста, оставьте. Не, ну я пока похожу, пока я раз уж здесь. Нет, я закрываю магазин, говорю. Закрывайте. И я начинаю КВН. Для чего? Для кого? Магазин закрывается. Та-та-та-та-ра-та-та-та. Потому что он понимает, что все везде в тухляке. Выходи быстро. Да не знаю, о чем речь. Так, ну это я оплатил. У нас просто молодой человек. Один, моя мама. А, не работали? Все.
просто ничего не липани. Не липани ничего, тихо, спокойно. И твоя там же! И вот эта красная кнопка с этим, с Агутиным. Не надо, все тихо. Ребята, у нас культурный контент. Я, между прочим, перестал материться почти. Даже на прохождении игры, вот сейчас Ассасина проходим, третьего, вообще нет мата, вообще, да. Но, ты спас мне жизнь, да я меня чуть не сожрал, медведь! После только там разрывает. Вот все хорошо. Почему невыгодно? Я же просто пойду, да и все, если полиция не приедет. Сейчас я буду звонить. Я сейчас буду звонить. Я сейчас вызову. Тенистый бульвар 13. Я сейчас еще занюхну. Да, могу. Что, сейчас полиция приедет? А? Ой, ну я еще успею убежать. Хорошо. Все-таки магазин работает. Покупатели идут. Ого. Что терять прибыль? Просрочка уже реализуется. Я сейчас за руль могу сесть, да. Зачем сейчас все терять? Лимонадик. Освежает летним вечерком. Ну и что ж, на полмесяца просрочено. И вот дети закупаются. Неужели кто-то из них посмотрит срок годности? Да нет, конечно. Да, очень много. Корзина. Очень много было на витрине. Очень много. Кстати, да. Всяких барни. Детских. Просто вот жесть. Барни. Вы кто? А? Вы кто? А? Покупатели. А? Покупатели? Да. А? У меня все перепробовали уже. А? Ну пока еще не все. Да? И как? Вы кто? Вы кто? А? Не слышу. Деньги зарабатывать не хотим трудом, да? Хотим снимать просто видео. Ну, наверное, получается так. Вот сейчас обидно было. Вот сейчас даже мне обидно стало. Прекрати, не надо так говорить. Прям до глубины. Как вот, знаешь, в душу плюнул. Ребенка мне принеси сюда, пожалуйста, чтобы он там не кричал. Зачем? Берите, ты руки свои убери. Ты кому тыкаешь? Зачем ручки тянешь? Тебе. Вы мне тыкаете? Ты девушку пытаешься руками схватить и при этом говоришь, что тебе на вы надо обращаться? Я ты. Хорошо. Это вы ты, а мы это вы, а ты это я, а он это они. Да, почему? Потому что. Пена, да. Перепад температуры, он всегда влияет, знаете, ретроградный Меркурий, он до добра не доведет никогда, да. Хорошо, я не против. Вышли с моего магазина, быстренько, ребятушка. Давай. Бегу. Пятки давай, Кэт. Бегу. Я сейчас позвоню самому. Я хозяйка магазина, представьте. Представляю. Представляете? Я вот представляю. Я хорошо? Вот этого не видел. У меня вообще все вот отлично, видите? Мне кажется, с ребенком сижу вам дома, надо блин, успокоиться пришли... немного, мне кажется. Успокоиться? Как у вас видео на... Чего, с ребенком сижу дома, а вы тут пришли? Чего? Не, ну вот вы приходите. Смотри, ты видала? Нет, мы пропустили контент. Работать не хотим, ребятушки, правильно? Не, зачем? Правильно. Работа для рабов, как говорил да один великий стример. Ой. Работа, да, да, да. Если люди рейды делают. Камеру вырубай! Да, если люди рейды делают по тухлякам и не дают людей травить, да, это сразу. Что? Там сразу идет три вещи. А почему вы еще не там? А почему вы уже здесь? И что, работать не хотим? Вот это вот стандартный вот этот поворот событий. Вон, пожалуйста. Блестит, смотри, как на солнце. Зачем? Кредит взять. Главное, вы работаете. Конечно. В кредит еще такой магазин открывать. Да, кредит, прикинь, в кредит такой магазин взяли. Не, желания такого не имеется. Не рвет. Имеется, правильно, лучше вот так видосики снять. Ой, а что здесь? Какашка у вас какая-то, а здесь какашка у вас какая-то. Вы считаете, что там какашками есть? Кредит возьмите и откройте магазин, а не просто девочка стоит, видео снимает, просто... Да нет, такой магазин я бы не стал открывать никогда, правильно, тем более кредит брать. А кто вас послал, ребятушки, сюда, в такой магазинчик? Послал? Да, послал. Кто вас это послал? Яндекс.Навигатор, Провидение. Серьезно? Дерьмовый магазинчик? Желание посетить Мытище. Да? Ну, посетили, нормально. Да, чтобы вы понимали, этот магазин находится в Мытищах. Если что, ничего не имею против, мне... Видал, что исполняет? Вот. Артем говорит, приезжай, говорит, у нас рейд. Он, я говорю, куда? Он говорит, в Мытище. Я говорю, мне одно название пугает. Я говорю, давай не поедем туда. Я говорю, страшно, очень страшно, да. Вот клин как-то звучит, да. Нас так и говорят, клин звучит. Он недавно каловой массы опять прорвались. В центре города фонтан до второго этажа был. Но клин звучит. Вот, а вот Мытище очень страшное название, да. Ну вот, да. Вот вы делаете контент сейчас. Вот когда у вас заведется маленький ребенок, откройте магазин,
и тоже придут, вас поснимают. Стыдно, так, имея такой магазин, прикрываться очень маленьким ребенком, это стыдно, на самом деле. Стыдно? Вот на шею, когда ребенка заведете, себе будет очень вам стыдно. На шею ребенка заведете? Нет, слушайте, я надеюсь, что мне за своего ребенка стыдно не будет. А сейчас молодежь себя вообще не хочет детей заводить. Согласен. Нет, ну если цель ребенка free завести, чтобы открыть такой магазин, то, конечно, нет. Если что, кто будет это клепать, у меня два. У меня два, я слушаю, что мне там говорят. Мне нам говорят, надо больше детей. Я говорю, да ладно, не вопрос. Одного сделал. Мне потом выступал кто-то по телевидению. Я смотрю этот телевизор, да? Если что, это сарказм. Я вообще его не смотрю. Вот, придумываю на ходу просто, да. Ну, чтобы веселее было. Вот, я смотрю, мне говорят, надо второго. Я говорю, правда? Я говорю, ну ладно, ну, дело сделано. Я говорю, говорят, а там, главное, мне уже товарищ сейчас, вот про товарища сейчас честно скажу. Товарищ говорит, Леха, ты в курсе, что я тебе говорю, парковка бесплатная, если три ребенка. Я говорю, господи, ну осталось одного сделать. Парковка в Москве бесплатная, в любом месте, хочешь, где хочешь, там и паркуешься, представляешь? Я говорю, ну здравствуйте. Я говорю, ну это гениальный маркетинговый ход. Тут надо добивать. Да, можно кого-нибудь присыновить, это усыновить. Да. Кто лайк поставил, того усыновлю. Да. Буду этим многодетным папой. Что вы хотите вообще? Так это вы к нам подошли? Не мы к вам подошли. Ну вы снимаете, что вы хотите с этого, что вы снимаете? Мы не снимаем ничего, мы фиксируем на видео. Что вы фиксируете на видео? Все происходящее. А кто вы такие вообще, ребята? Покупатели. А что вы на видео фиксируете? Все. Ну что все, а что вы хотите здесь найти? Вот сейчас ваше поведение фиксируем на видео. А у меня ребенок, я не сплю ночами, ну что дальше? Как это связано? Ребенок. То есть, если человек будет убивать, потом он скажет, у меня ребенок, это оправдание. А что, я здесь в магазин кого-то убиваю? Нет, я в целом говорю, вы все оправдываете ребенком. Нет, вы говорите, такое поведение. А у вас такое поведение, потому что вы тихонько стоите, снимаете? Я снимаю что-то? Ну, девушка снимает, какая разница, тыкаете мне. Снимают девочек на трассе. Малолетние дети тыкают тете, блин. Я фиксирую на видео. То, что кто-то коптит дольше землю, ума этому человеку это не прибавляет. Мы как-то агрессивно очень подошли. Агрессивно? Конечно. Агрессивно. Мы выбираем товар, ходим. Как в театр сходил. Мы сразу налетели. Одного актера. Я на тебя еще и спала с агрессией пришла. Я при самом деле глава 4 встала. А зачем на нас срываться? Мы вам спать мешали или что? Зачем на нас срываетесь? Нет, у меня ребенок есть. А вы снимаете. У меня тоже. Я тебе сейчас пробкой в камеру кину. Откуда пробка на столе, неважно. Короче, ну чего она начинает-то, а? Ну, чего это такое? У меня ребенок, ну очень хорошо. У меня бабушка, и два. Это три уже, можно сказать, там по четвертой на подходе. Чего начинаешь-то мне? Ребенок и ребенок, ну что теперь? Гордись, я не знаю, радуйся жизни. Не выспалась, сиди дома. Что? Пробуйте. Ну, мне сказали, здесь снимают видео. Что вы тут снимаете? И? Ну, фильм уже целый снимаем. Классно, мне вообще понравится. Комедия в нескольких частях. Да? Трагикомедия. Знаете, ребят, поплачьте вы потом. Все так плохо, такой туфтовый магазинчик. Пришли заснимать, а кто вас послал, мне интересно? Слушайте, ну, с учетом того, что он такой маленький, да, действительно, магазинчик так себе, по моему мнению. Там очень много просрочки. Очень много. Дома. То есть вы для своих соседей делали магазин, да? Это вы к своим соседям так относитесь, получается? Да вы сами заведите сейчас магазин, а потом умничайте. Я бы даже такое... Заведи себе магазин, да у тебя знаешь чего? У тебя вообще машины нет, и пысюн у тебя маленький, да, и сам ты дурак, и уши у тебя холодные, да. Вот это аргумент. Кровать не стала. Да правильно, вы лучше лежали на кроватке, в носу ковырялись, и видео снимали. Не, ну таких сейчас полно, ребят, что нет. Вот это согласен. На кроватке, конечно, полежать. Хлеб отнимает. Сейчас молодежь на кроватке лежит. Ютубчик открыть. Да. Вот эти вот всякие каналы непонятные. Попить что-нибудь, ну, адреналинчика. В носу я не ковыряюсь, и адреналин тоже. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Во. Не, мать ты, давай мне тут не приписывайте ваши адреналины. Да, на турнир меня не взяли. Да, я взял последний раз весь, потом в туалете сидел от этого адреналина. Да, не покупайте никогда. Не пью. Правда? Сейчас да. Я адреналинчик пью. Я не все. Вот вы почему такая заведенная. А что они на турнир меня не взяли? А что мне еще сказать? Что хороший напиток? Ни в коем случае. Я обиделся. Они наобещали, что возьмут, потом не взяли. Гадость. Налина выпили, наверное. Да, ребенок. Петя обосрался. Чем ты оскорбляешь-то? А ты не тыкаешь. Матом зачем оскорбляешь? Ты не тыкаешь вообще. Ты просто понимаешь, что покажешь тем самым свое лицо. Ты тыкаешь. Лицо магазина, если руководство магазина. Ты не тыкаешь. И что? А что еще? Слушай, ничего. У тебя мат, оскорбление равно обращение на ты? Это равносильно, да? Это равносильно тыкать. Ну, вообще, когда заходят с матом, с негативом, со всем вот этим, вот почему должны... Вы это тот, кого ты уважаешь. Ты на вы к нему обращаешься, да? А когда тебе мыкают, тыкают, оскорбляют, то почему я должен на вы-то разговаривать?
И не важен возраст, и не важен пол, гендер, я не знаю, еще что-нибудь. Какая разница? Ну, мне не о чем больше с тобой общаться. Ну, если быдло, ну... Красиво, скажи, как к сожалению. Классно говоришь вообще. На камеру рассказывай. Не, мне больше с тобой неинтересно общаться. Слушай, вот только ты мат начал выражаться, это все. Все купил? Не все еще. Ну, покупай. Я в процессе. В процессе выбора товара, в процессе. Да. Нет, за такой товар желания платить нет. Правда? Что-то, к сожалению, я уже оплатил. У тебя есть желание за что платить? То, что я уже оплатил. Сабин, ты говорила, надо в театр сходить всем нашим каналам, всем проектам культурно развиться. Посмотри, мы чего пропустили. Посмотри, посмотри. Вот тогда не доехали. Я знал, что какой-то шедевр будет. Смотри, я бы со смеху бы там помер. Вот такой вот товар. Какой опять барыжал стоял? Я могу. Молодцы, ребят. Знаешь, на камеру можно вообще культурно разговаривать. А я всегда так общаюсь культурно. А я такая свинья, знаешь, это кору, блин. Ребенок на шее, я всегда так ору. Ну, главное самому признать свою ошибку и вовремя исправиться. Еще вопрос есть? Или я могу дальше выбирать товар? Выбирайте. Закрытый, нет, понимаешь? Нет. Закрытый. Нет. Так, ты зашел товар берешь, закрытый магазин. Я выбираю товар, я зашел, когда он еще открыт был. Ну, сейчас закрытый мы, я говорю еще раз, я всех выгнал отсюда. Чтобы закрыть магазин, должно быть распоряжение директора магазина. Вот он, директор. Письменное. Вот. Письменное, вот. Письменное распоряжение он директора. Он не обязан вам ничем, директор. Тогда мы тоже вам ничем не обязаны. Оксан, это общественное место. Два слова, закрытый магазин, давай. Печать, подпись, да. Алло. А то придумывают они. У нас очень много людей, которые подтвердят. Что? Что все? Все. Ну ладно. Никит, привет, ребята. Бан. На самом деле. России и решает, кому какой магазин открыть страшный. С детьми уже, смотри, на руках, поехали. Не страшно. На самом деле вы это говорите, я про интерьер ничего не говорил вообще. Вообще какой интерьер? Вы вообще за продукты даже говорите? Какой вы интерьер? Только путь задерживает народ. Кто это? Откуда голос? Ты кто? Остаться здесь до полиции до приезда. Вот он. Я, говорит, не пьяный, у меня глаз шальной. Вот, пожалуйста. Смотри, по одному глазу могу определить то, что он гашеный, 100%. Ну, в прямом смысле, Sky вызвали полицию, нам дождаться полиции. Skywalker. Нет. За такой товар нет желания, конечно, платить. Я же говорю, желания платить нет за такой товар. За какой товар? Вот за такой. А за какой такой? Вот такой товар, который у вас в магазине. Ой-ой-ой. Ну, а какой-то такой товар? Который мне не нравится. Нравится магазин, выйдите, людям нравится. Живой свидетель, что вы отказывались лично мне в лицо говорить. Да, да, мне такой товар не нравится, желания платить за такой товар нет. Вы кричите, к сожалению, не могу. Можно с одним с кем-то разговаривать? Пока вы его не оплатили. Да? В интернете. Я откуда там, я не пойму, звук из-под прилавка? Нюхать, сейчас я занюхну, сейчас я начну все подряд везде нюхать. Чего там началось-то? Откуда голос раздался? Я интернетом пользоваться не умею. Я, да. Меня снимать не обязательно. Я, конечно, что-то гениченное. А вы вроде сказали наоборот, какая? Что у вас надо. Невкусный товар, вонючий товар. Смотрите, я обычный покупатель, да, для меня это невкусный и вонючий товар. А кто я? Ты? Да. Если бы ты обычный покупатель был, ты бы пришел на кассу и оплатил бы все это. Бред. А потом бы принес чек и сказал, это вот плохой. А потом, да, 3 дня поноса и смерть. Это нехорошее, я думаю, попробовал и принес назад. Вредный покупатель. А зачем? Ты уже сразу увидел что-то и говоришь, это нехорошее, это плохое. А зачем мне эту цепочку делать? Нести домой товар, пробовать, потом возвращать. А я сразу на кассе. Имеет право сделать, прийти в магазин, так обосрать и уйти? Обосрать? Я вроде нигде ничего не наделал, вам не наложил. Мне такой товар не нравится, действительно. А почему не нравится? Зашел в этот магазин. Ну, вопрос, почему ты зашел в этот магазин? Малой в разнос идет. Я даже не узнаю, нравится или нет. Да, везде такие продукты. Нет. Вот кому хорошо, представляешь? Вообще плевать, там, захотел пальцем в глаз кому хочешь ткнул, захотел, я не знаю, шептунчика запустил, захотел, заорал на весь магазин. И никто тебе не скажет, все наоборот скажут, ой, как это мило. Можно меня в тот возраст, пожалуйста? Я тоже так хочу, я очень устал от людей, мне надоели они, да, потому что везде одни эти. Эти, да. Не везде такие продукты. Правда? С момента вызова наряда, то есть магазин не работает. Да нет, конечно. Зачем терять прибыль? Закрывать магазин. Странные вы люди. Как будто я мешаю всему магазину работать. Да, он мешает. Но дело в том, что сейчас я скажу, что он мешает. Правильно, вы же цирк устроили, вот человек нам мешает. На данный момент мне не продают. Я в этом виноват? Да. Я сотрудник магазина, я руководство магазина. Это вот вопрос к сотрудникам магазина. Ну так вы и задавайте ей вопросы. Я просто выбираю себе товар. То, что вам не продают, это... На данный момент вы не выбираете закрыт. Товар. Ну а я тут при чем? Закрыто. Вы высказываете это? Вы говорите, что он некачественный.
И? Пьяное лицо твое, ты нету мозгов. Может быть, не просто так говорят, что он некачественный. Может, кто-нибудь все-таки из вас, из огромной вот этой вот шоблы, не додумается, нет, там, пакетик там перевернуть, там, посмотреть до какого года, а? А зачем? Ну, как это? Зачем? Ну, это же... На полгода просроченный! Еще там устроили! Я сейчас начну. Могу. Могу. Я вин... Логика просто у вас гениальная. Могу. Я виноват, то, что директор закрыл магазин. А вы вообще здесь самый умный, блин. И видеокамера настроена на всех. Какие все тупые? Видеокамера настроена. Я ни в коем случае не говорю, что я умный, да и образование я никак не связано, сам здесь, с наличием ума. Да, но только ты можно насписывать все. Не, ну то, что у тебя три образования, это 100%. Я вот отсюда вижу по вот этому глазу. Да, по шальному. 100%. Там как бы не 10 было. Да. Вы, у вас чего? Подписывать... На то, что вокруг тебя тупые стоят. Вы, у вас фантазия очень хорошо развита. Да-да, конечно, хорошо развита. Мне кажется, все комментарии будут под этой серией. Так, сделайте круг. Что-то про круг будет, да. Срочно надо сделать круг. Кто в теме, тот понял. Я не слышу, скажу честно. Товар вонючий, весь товар говняный. Что здесь может понравиться? Да я такого тоже не говорил. Ну, ты такого тоже не говорил, но решил до всех докопаться. Так это вы до меня докопались, я к вам даже не подходил. Я вас не знаю, первый раз вижу. А я вас тоже первый раз вижу. Вот, ну вы же ко мне подошли, а не я к вам. А вы что ходите, снимаете? Да, а вот так вот. Документы снимаете. Документы, усы, лапы и хвост. Ну я фиксирую, потому что вы фиксируете. У вас баш на баш логика, да? Я понял. Я фиксирую, потому что ты фиксируешь. Здесь фиксировать. А вы какое право имеете здесь фиксировать? Потому что я хозяйка магазина, я фиксирую вас. Потому что вы в моем магазине нарушаете все правила. А я хозяин своей жизни. Вышли, она фиксирует меня, жизнь. Потому что вышли, это моя жизнь. Жизнь. Быстрее. Наверх. А, все, ну давай. О! Почему я это пропустил опять? Ну почему? Ну это наряд же приехал. От первополномоченной души. Это пожилой наряд. Да, одни уже наряд, который приезжал, да, в предыдущем, там, где эти бешеные ары, да, у нас был. Там уже все нормально, там полное погружение, да, благо, что, как говорится, да, уважаемые люди с KFC тоже очень внимательно блюдят, да, за всем вот этим вот, да, вот, и, собственно, вот наряд, пожалуйста, футболки Мэрли Мэнсона. От себя опять добавил, не смог удержаться. Они решили тут концерт собрать. Ну, мы подождем. А где наряд-то какой? Кого? Как, что за наряд, снаряд, что там? Надеюсь, за это платить не надо будет? За просмотр. Чем за просмотр сколько берешь? Слушай, вообще просмотр бесплатно. То есть магазин как бы закрыт, но если пиво купить, то можно. Девушка очень большой объем видео, он не поместится в ВК. YouTube тоже. Ты что, сумасшедший совсем, что ли? И на TikTok. А сколько должно быть подлить? Когда что-то не помещается, я слышал только один раз в своей жизни. Ой, не помещается, да. Вот так вот и было. Потом проснулся, да, на утро. Сильно, что поместилось. Ну, это вы, наверное, должны знать. Ну, вы эксперт, вам виднее. Я нет. Вы тоже не понимаете, люди пришли посмотреть, чтобы заработать деньги. Где наряд? Если это так все легко, что же вы так не зарабатываете? Да, зачем же вы такой магазин открыли, если так легко? Зачем вы открыли магазин в кредит, если все так легко? Ну зачем? О, малую порвало. Ты такая умная, ты уже на меня потыкала, понятно? Ты же не доросла до меня, чтобы не тыкать, понятно дело? Я сейчас дорасту. Я говорю, возраст не означает наличие или отсутствие ума. Тоже некрасиво. Уважение должно быть человеку. У меня ко всем людям уважение. Когда меня не матерят и не оскорбляют. Внимание! У меня ко всем людям уважение. А когда я просто подошла, сальто назад. Она какое право мне тыкать? Телефон начал у меня вырывать. Зачем? Это ты руки свои убери. Кому тыкаешь? Зачем в ручки тянешь? Себе. То, что она телефон начала отбирать, это нормально. А вот то, что ты ей на ты обратилась, это плохо. 40 лет. Сколько вам? 40 лет или сколько? 40 лет. Ой. Я уже настолько преисполнился в своей жизни, что не знаю, сколько мне лет даже. А зачем работать? Камеру взяли. Можно снимать. Стоит, снимает. Этот хорошо разговаривает. А я, говорит, в Роспотребнадзоре работаю. Вот такая
маленькая кнопочка останется. Когда у тебя будет куча детей, ты можешь размазать. Куда вылаживать? Никуда. Для себя? Конечно, дома потом вечером еще один вылаживает. Перед телевизором. Огромную плазму себе для этого купили. Садимся и смотрим, всей семьей пересматриваем. Можно меня снимать? Я же тут стою. Кстати, вам тоже надо было снимать. А зачем? Стерео было бы. Ой, да ладно. Я же начинающий блогер, у меня только одна подписчица, моя мама, поэтому ничего страшного. Вот когда вы все подпишетесь, тогда я уже возьму вторую. А что за канал? Накоплю. А пока нет никакого канала. Она подписана на меня в Одноклассниках. Можно его зафоткать и вот так вот гуглить? Не найдете, я же говорю, я ноунейм. Но. Я говорю, вы все... Ты прикинь, сейчас там что в соцсетях творится. У этой, которой я люблю камеру. Там просто... Я сразу этот мем вспоминаю. Помнишь, когда курочка в это... Они все раз... Там такая толпа о них несется. Летят там с какой-то скалы. Вот то же самое сейчас примерно. Все подпишетесь и сразу станут популярными. Ты занимаешься, тебе уже надо делать заняться. Да. 40 лет, а ума нет. 40 лет? 45 попрошу. Нет, 35 точно есть. Да, и 30 тысяч половых органов в этом, в личке в ВК. Да, популярность она такая. Можно липануть, да, сейчас, в наше время. Вы считаете, что моя мама сделала 20 тысяч аккаунтов, подпишется всех на вас? Ну, в Одноклассниках возраст стоит 45 вроде. Молодо выгляжу, хорошо сохранился. На самом деле он нормально выглядит, я не знаю, что на гоне. Это все такие магазины, походы по таким магазинам. По каким таким магазинам? По таким прекрасным. По каким таким? Прекрасным. Это провокация. Да, провокация. Каждого. Провокация? Ваш крик. Дело в том, что, понимаете, вот легко ходить с камерой, снимать. Малолетка. Вы пришли, ой, это не то, это вообще не то, это не то. Слушай, мы все-таки очень хороший спектакль пропустили. А ты кредит возьми, походи по дворы, поподметай, полы помой. А ты кредит возьми, походи по дворы, поподметай, полы помой. Блин, знаете, кичиться тем, что ты подметаешь полы, берешь кредит и что-то там еще делаешь, не особо. Правда, кичится. А он ходит, снимает? А ты снимаешь, блин, и что, людей опускаешь? Конечно, я же никогда не работал, вот только с камерой ходим и все. А что, работал, хочешь сказать? Нет. Конечно, нет. А что это такое работа? Да, работа — это вообще ничего. Да? Ну ладно. Просто взять корзинку, взять себе оператора под мышку и чтоб снимал. Кстати, оператору еще надо платить, так что не все так просто. Да, понятно, понятно, платить надо. О, но вам я платить не буду. Платить. Да, рвет. Судя по ушам, этому зайцу лет 300. Такой граммар. Что-то там... Платить, так что не все так просто. Да, понятно, понятно, платить надо. О, но вам я платить не буду. Платить. Ну-ка, еще-ка разочек. Судя по ушам, этому зайцу лет 300. Я не пойму, он сейчас быканул или извинился? Такой грамот. Не, мне сейчас встать или что? Да все такие грамотные, с камерой в руках. Ты так не скажешь. Ты сейчас можешь это... Пленка закончится, заменим. Пленка закончится. Фотоаппарат. Прекрасно. Ля какая! Смотри, смотри, смотри. Как твой пленочный фотоаппарат? Смотри какая, смотри, смотри. Айть. Вот она, моя хорошая. Провокатор. Видал, как ее она такая? Я тебе, говорит, сейчас дам. А мы все вырежем. Мы ваши все диалоги вырежем вообще. Вас не надо вырезать, услышал. Все, что плохое про нас сказано, мы вырежем. Оставим только хорошее. Бодягу. Ребят, а что выбрали бы вы? Продавать просрочку и зарабатывать на... Я вообще темный шоколад люблю, Артем, если что. Да,
Раньше больше белый нравился, сейчас почему-то как-то темному предпочтение отдаю. Уже ворует, стоит из магазина, ну, посмотри. Перчатки одел, чтобы не спалиться. Где-то айфоны ворует, у нас он энергетики ворует. Не стыдно, нет? Здоровье граждан или торговать честно? Брать взятки или работать по совести? Рады этому магазину. А вот вам он не нравится. Да. Вы только зашли, пакет понюхали, все. Представляете, да, вот пакет нюха уже не нравится. Я видел столько этих видео, что его даже представлять не надо. Это, говорит, Чарли и шоколадная фабрика. Можно я так ролик назову? Смотрю на товар, уже вижу, что все невкусное. Каждый человек имеет право, чтобы ему что-то не нравилось. Все вот. Но вы один единственный из тысячи. Грустно. Грустно, и мне грустно. Ты представляешь сейчас после этого видоса, что там будет? Ты вообще себе представляешь сейчас, какой рейтинг будет этого магазина? Персонал хамит пожилым людям. Я не пойму, это Глад Валакас, что ли, даже был там? Никакого уважения. Вот один такой попался. Особенный. Зараза. Особенный. Все идут просто и покупают. Все идут, покупают, сроки проверяют, смотрят. Нравится, берут. Не нравится, не берут и уходят. Понятно? Ну, а вы прям сразу пакет зашли, понюхали. Ой, пакет не нравится. Пошел отсюда быстренько. Куда я пошел отсюда? Еще товар набирать. Видосы эти смотрели уже 150 раз. Я вот... У меня сынок сидит, мне эти видосики показывают. Я вот переехал поближе сюда. Думаю, вижу такие, магазин Смайл, улыбка. Смайл. Конечно, название немножко не соответствует руководству магазина. Да, улыбки да. Я тут конечно, не увидел. Конечно, когда приходят такие люди, конечно, не соответствуют. Какие такие? Вот такие. Какие? Такие интересные. Мы интересные люди, да. Согласен. Вот и не улыбаемся. Ну ладно, я поулыбаюсь за вас. Улыбайтесь, когда у вас семья будет. И будете улыбаться. Да я и сейчас улыбаюсь. И когда семья будет, буду... Ну, есть. Дети есть. Все есть в жизни. Вроде улыбаюсь. Не, просто когда, если дети сделаны случайно, кто-то брызнул, это одно. Я ни на кого сейчас не намекаю, если что. Вот, когда по любви, я очень радуюсь им. Говорю, мой хороший, он тут... В четверг опять на тренировочку с ним, да, вместе пойдем. Буду улыбаться. Я просто еще знаю, потому что с ребенком не высыпаются. Так а зачем вы пришли с ребенком? Я думаю, мужчина большой, взрослый мужчина, он бы сам справился. Да, это мой муж. Так, секунду, подождите. Я с ребенком не высыпаюсь. Там ребенок уже давно не грудной. Чего ты меня не пойму, тут рассказываешь? Жена и муж открыли магазин, такой дерьмовый-дерьмовый, такой плохой-плохой. Пакет пришли, понюхали, все, не нравится. Ну, если вы так считаете, хорошо. Зачем вы считаете? Зачем вы открывали, конечно, магазин, вы если он такой? Как вы мне на стул тыкнули. Я говорил, что он дерьмовый. Это я добавила. Все невкусное. Вы по-другому сказали. Все неприятно пахнет. Вид, что все дерьмовое. Лицо вас это я говорю простыми такое. Словами, а вы сказали так. Другими словами. Для этого вам показалось так. Нам не показалось. Не все невкусное. Оскорбляю, как я ее оскорбил? Я не вижу, что вы оскорбляете. А, послышала, значит. Не все невкусное. Земля круглая. Не зарекайтесь. И вы кредит возьмете когда-нибудь. Знаешь, высоко. Взлетаешь, а потом не скопаешь. Надеюсь, не на открытие похожего магазина. Надеетесь, надеетесь. Неважно, кто как... Летаешь, главное... Я же говорю, в одноклассниках. Да. Я знаю, откуда вы появились. Откуда? У меня чуйка хорошо работает. Откуда, скажите? Догадками хотя бы с вами поделитесь. Да, что вы с вами делитесь? Может, откройте нам глаза? Откуда ветер дует? Откуда? Неужто с Верного? Конечно, с Верного. Он прям с Алексинского карьера в клину. А у вас магазинов больше нет? Да. Мне сынок тоже видео показывает. Не знаю, кого он там показывает. Таких, как вы, которые приходят, только в сетевых магазинах все время идет. А это в муравейник забежали. Вы свой магазин называете муравейником? Ну, по сравнению с Тверным, муравейник, конечно. Маленький магазин. Главное, не размер. А что? Кое-что другое. А что, все, магазин закрыт, уйти нельзя? Я пройду, можете пропустить? Мне бывшая так же сказала. С чемоданом у двери. Потом дверь закрыла и ушла. Больше я ее не видел. Ну, я боюсь задеть вашу коляску, потом скажут, что я ее испортил. Зачем? Не, а зачем вы выходите? Вы сидите, ждите полицию. Да постойте, подождите. О, закрывают. Только что закрыли. Покупателей. Правда, покупатели? Да. Сидите, как вы сейчас так, боже мой, какой же концерт разыграли. Для чего вообще сюда пришли, не понимаю. Видео снять, вы же говорите сами. А, видео снять? Ну, вы так а говорите. Правда? Видео снять, чтобы потом всей семьей посмотреть. Какой всей семьей? Всей семьей нашей, уютной, дружной. Да, ну только сходите в другие магазины, чего вы в наш муравейник забежали? На пути попался. На пути? Да. С
самый первый. В императорских мытищах самый первый. Там еще есть магазин, может там быть. Сейчас зайдем. Если вы разрешаете, то... Кстати, реально зашли. Вы женщина. Нет, я не женщина. Для вас я не женщина. Да, женщина, женщине, которая старше вас, вы тыкаете. Да, потому что я сужу людей не по возрасту, а по поведению. По поведению? Минут 30. За это время негодяй уже мог попробовать весь магазин и сбежать. Что это было? Потому что в любой магазин зайти попробовать, мне просто интересно. Да я же не негодяй, поэтому я не знаю. Попробовать весь магазин. Ну, негодяй мог бы так сделать. Я не смотрела, когда заходят, вот в наглую открывают пакеты, пробуют там. А что это значит, я не пойму. Вы это приобрели, что вы его открыли, это все. Я сначала нюхаю. У меня внутреннее убеждение, например, выгнать тебя под зад ногой. Если вы считаете, что так будет правильно, действуйте. Но у меня с головой пока все в порядке. Просто кто-то реализует свои внутренние убеждения, а кто-то нет. Да, реализуют, конечно. Очень некрасиво. Да, очень некрасиво. Хорошо, что ребенка здесь нет. Вот уважаемый человек Моторола вот пишет: во-первых, ведут себя крайне по-свински. Это возмутительно, просто абсолютно возмутительно. И, кстати, я так хочу сказать, мне кажется, все дело в другом. Все дело в том, что просто она вместе с мужем и вот с этой вот девочкой прекрасной, да, не пришла по ссылке в первом закрепленном комментарии и что? Правильно, не зарегистрировалась на букмекерской конторе Винлайн. Потому что Винлайн это что? Это не какой-то там, это какой-то здесь. Там сейчас, кстати, за деп дают до 20 тысяч. Да, только 18+. Да, 21+, мне сказали, в Беларуси. Вот. У казахов, не знаю, молчат пока молчат. Да. Так что, да, там ссылочку найдете. Там спортивные вот эти, киберспортивные мероприятия будут. Вы рады? Нет! Нет раного! Нет! Ну, ты понял, да? Вот. Так что там все есть, прямо на сайте можно смотреть, да. Там найдешь и приложение, где скачать, и все. Ссылка в первом закрепленном комментарии. Воняет, я вот попробовал, не попробовал. Пакеты воняют. Я пакет не нюхал. Нет, сама с тобой разговаривает. А, ну ладно, бывает. Сними его, Александр, он стоит с колбасой в руках, он перед холодильником. А, вы втроем, да? Да-да, сними, пожалуйста. А, втроем? Акса, сними, что он долго колбасу держит, не в холодильнике. Нельзя долго держать колбасу в руках. Сними, что долго колбасу не в холодильнике держит. Ах, покупателю. Согласен. Сними. Нельзя, молодой человек, плохо себя ведете. Так у нас магазин закрыт. Как тут вообще взяли руки стоите? Мы же сказали, магазин закрыт. Так мы зашли до закрытия. Вы зашли, а мы закрыли его. А там режим работы другой висит. И ты с сотрудником обязательно скажи, что ты из Донбасса приезжаешь. Это обязательно. Продукты не такие. Так, чтобы вам на заметочку, она из Донбасса бежит. И? Не, ну это тогда многое меняет. Тогда можно свинарник конкретный устраивать. Ох, это просто забейте. Не, ничего, просто она это там называет. Не, ну это вообще просто, это да. Тыкали мне здесь. Ну, а что они хотят, ну, по закону? 70-е, я не знаю. Нет, они просто... Когда бабуля чья-нибудь отравится колбаской или еще что-нибудь случится, тоже так она скажет? Тогда скажешь, ну, конечно, да. Покупатели. Им товар не нравится, и магазин не нравится. Так они же пришли сюда для того, чтобы я их выгнала пинками под зад, понимаешь? И они меня зафиксировали на камеру, что я вот такая злодейка. Но они делают противоправные меры, да, людей мне задерживают здесь. Да, вы сказали, что я здесь такая неадекватная. У меня здесь свидетелей вот куча под магазином стоит, представь. Я буду поддакивать. Так, ментов мы ждем. Кого ты ждешь? Сотрудников доблестно МВД города Мытищи. Вот кого ты ждешь. Ты посмотри, а я осуждаю полностью, да. Так менты приедут. Я думал, полиция приедет, а приедут менты. Вы заодно, да? Бан. Ребята, напоминаю... Да, ты как так-то? Ты не хоть тоже что-нибудь прорекламируй. Ребята, напоминаю, 200 тысяч подписчиков в телеге, я там iPhone хочу разыграть просто от себя, не от кого-то, от себя просто. Там будет условие просто подписка на телегу и подписка на канал, все. Да, подписывайтесь. Там оповещение, кстати, о ежедневных стримах, да. Я там красивый всегда сижу, там дальше там... Очень тебе понравится. Вы очень любите все как-то переиначивать. Это сотрудники магазина не продают вам товары, не мы.
Это они закрыли магазин, а не мы. Из-за вас мы не продаем товар. Из-за вас. Вы задерживаете. Нет такого из-за вас. Я покупатель, который выбирает товар. Я могу закрыть тебе магазин, если выбирать его. Вы не покупаете. Видел, как срут киты. Кто, если не покупатель? Мне интересно, кто вы? В смысле, я купил у вас товар, как не покупатель. Вы не купили товар, вы не будете покупать у меня товар. И что он плохой товар. Не надо глаза такие делать. Стройте сеансы. К счастью, все записано. Здесь люди вот стоят, все слышат все. Не мне это вы говорили, а говорили моему мужу. Я подошла попозже. Такая тыкалка. Ты. Еще и матюкается. Ты прикинь, какая злодейка. Ребят, это к слову о том, что не купил. Вставка будет. Большая, я знаю, да. Мне очень интересно. У нас тут много. Ну пока нет, но с другими людьми ругается. Я понял. Ладно, поверим. Понял, спасибо. Ладно, подъедем. То есть они даже не собирались ехать. Ну ладно, подъедем. Что-то даже на телефон не спросили, ничего. Ну там определитель, не надо наговаривать. Да. Вам вот лет, наверное, 35 точно есть. Я говорю, 45. 35. Да 45 лет, ему 35 лет. Нет, 35? Сегодня седой волос. Ты сейчас за больное зацепишь, я сейчас начну. Вырываю у себя в бороде. Да дианонить тут всех подряд, прекрати, пожалуйста. 45, ну вы 45 никак. И на седом волосе считаю, мытищи императорские, магазин Смайл. Ну вот так вот ты сюда и приехал. В натуре, да. В натуре. Бес. День. Ох. День задался. В первых рядах. В наше время уже просто... В наше время? Вот оно. Я думал, не будет, а нет. Вот в наши времена. В какие ваши? В наши. В ваши времена тут такие и все. На 2 часа. Это вы мое время заняли. Я, может, уже оплатил бы и пошел. Вы вызвали полицию. Я сказал... Я сказал, желания такого не нет. Не надо выкручивать. Я не говорю, что да. Не буду ни разу оплачивать. Желания такого нет. Мне, в принципе, нет никакого желания платить за товар. Ни за какой товар не желаем платить. Но приходится иногда. Денег вот жалко потратить, поэтому не хотим платить. А вы с удовольствием платите за такой товар? Конечно. За какой такой? Я ну, вот за такой. За какой такой? Ну расскажите, какой такой? А ну-ка, за такой быстро. Такой? Ну расскажите, какой такой? За такой, ну, который помогай, мне не нравится, который... Пена, не надо. Пена, давай не будем, не надо. Подожди. Подожди, не надо. Вырывается из недр кто-то. Клинская тема пошла. Кто это тебе не нравится? Уходите, из чего вы стоите, если вам не нравится? В смысле, так они вызвали полицию? Мне можно поближе. Вот такой давал. Если... А если вы нам не нравитесь, что вы заходите сюда? Например, если вы хотите... Ты им очень много для своего возраста говоришь. Поняла? Нет. Очень много умничаешь, как ты думаешь. На самом деле это очень глупо выглядит. Ну, тихо там. Это, кудахталась. Мне не понравилось, какого вы заходите в этот магазин? Вот... Какого заходите? Ты научись разговаривать сначала. Шкила, иди отсюда. Мне вообще по боку, нравлюсь я или нет, если честно. Так я тоже на вас по боку. Понимаете? Так и все. Она я вот такого, говорит, вот! Вот, знаешь, чего она добивается, вот выводит на провокации, да. А та, я бы, знаешь, что сказал? Да мне вообще! Вот такую вот! Вот на тебе на лоб! Вот, еще вот так поводить могу, да. А чего она начинает? Там подошла не мы так к ней. Так вот положите товар и далеко надолго. Так сейчас полиция приедет, я тебе бегу. Тогда бы она сразу поняла, конечно. А то она скажет, негодяй, вот такую испортил вот. Товар. За товар, который вы открыли. Так желания такого нет. А потом, да, потом поднимите мне веки. Вот, прекрати, я сейчас закончу тут все. Так у меня тоже желания нет, и что теперь? Стоять тут с вами, ждать, пока вы фигню... Можете не стоять. 30 с хером лет. Господи, блин, реально, столько лет, фигню занимаюсь. Дед уже, песок сыпется, схожу. Блин, люди хотят... Заткнитесь, пожалуйста, все сейчас на этом видео. Я еще раз говорю, если вы сейчас за возраст начнете говорить, я сейчас могу обидеться так, свернуться в калачик и сидеть дома. Прекратите. Да не, магазин работает. Вы что, хоть какой хотят спать? Магазин закрыть, потому что вы занимаетесь фигнёй. Девушка, вы меня сейчас обманываете. Если мы откроем и посмотрим... Не надо так громко говорить, я все слышу. Понимаешь, у вас микрофон здесь, вам да, четко. Магазин работает до 23:00. Вот, мы здесь пока и постоим. Бедные клиенты на улице, что это? Толпой прям. Толпа людей стоит? Фан-база. Представляете?
блядь, в такой муравейник. Под пивас, Дим. Из моих? Я сказал муравейник? Нет, это я сказал муравейник. Я ни разу не говорил муравейник. Вы внимательно слушайте, что я говорю. Он фильтрует свой разговор, потому что это снимается на видео, он должен... Ну да, правильно, они же ведут, а я... Слушайте, я всегда контролирую свою речь, абсолютно. Они потом будут обрезать и будут только от вас... Да, а ваши все диалоги мы вырежем вообще. Я могу, знаешь, как смонтировать? Тебе очень понравится. Да, у нас чудо-монтажер, он нарежет так, что тебе потом будешь рассказывать, да. Зачем? Мы оставим только те, мы красавчики. Я еще молчу про нейросеть, если подключить. Там вообще ты такого наговоришь, что поедешь. Прекрати. Нельзя таким быть. Добрее надо быть, вы чего? Людька прибежала, один. Это же вы сделали, не мы. Понятно. Когда у вас будут свои дети, вы тоже будете таким же, как я. Зачем детьми все прикрываться? А кто прикрывается, интересно? Вы все время детьми апеллируете. Какими детьми? То, что вы говорите, когда будут свои... Слушай, меня там не было. Вот меня там не было. Я бы там, конечно, да. Дети? То, что а у ты вас попробуй, здесь, дорогой вы... мой, детей воспитать, магазин этот подержать, хоть муравейник этот, попробуй, миленький мой. Такой бы даже держать не стал, закрыл. Понятно, такой бы ты не стал, потому что денег у тебя куча. А у меня денег нет. У меня куча денег. Наверное, куча денег, если бы ты в такой не зашел. Ну, в такой, наверное, да. Да, да, ну, значит, денег очень так много. Так а что заперся? Зашел, простите, пожалуйста. Говорю. Такой бы ты не зашел. Проведение. Что там, волос? Да. С какого места, извиняюсь? Седой. Волос. С бороды? Да у вас ее отродясь, наверное, не было. Она про мамка моя встанет, а ее Дося у Ютубе. Класс. Сейчас мог попивать здесь зеленый чаек, кушать прекрасные барни. Они... Не надо! Не надо! Не надо слов! Не надо. Сейчас вообще прям очень сложно сдержаться. Сейчас шутка прям очень близка к выходу в свет. Не надо. На меня потом обидятся. Скажешь, что я быдло. Молчи, молчи, окаянный стример. И вот это вот все. Нас раскрыли. Или может он только раскачивается? А когда можно будет считать, что я раскачался? Я что с вами что ты так говоришь, ты с какой-то деревни? А я у вас спрашиваю. А я не хочу с вами иметь дело и разговаривать. Иди отсюда! Какое переменчивое настроение. Зараза. Знаешь, что у женщин переменчивое настроение? Вот папа сейчас с ребенком ходит, я стою спокойно. Ребенка нет, вот спокойно стою. Так вас никто не звал, тем более, что это ваш супруг. Он может сам, я думаю, все раздрулить. Зачем вы-то здесь вообще? Вы продажи, мешай. Я мешаю продажам. То, что выбираю товар. Продаж. Вы не выбираете товар. Вы товар сразу опускаете. Ниже плинтуса. Что он не такой. А как я мешаю этим продажам, даже если так? Тем, что я выбираю товар, вот стою здесь, как я мешаю продажам? Ну, резон какой у вас, я вообще не понимаю. Нет, как я мешаю продажам? Вот конкретный вопрос. Ну, вы же пришли с претензиями сразу. Магазин говно. Я так не говорил. Я так уже по-деревенски разговариваю. Я просто вам не нравится товар. А чем он вам не нравится? Запах не нравится. Так это производителю, дорогой мой человек. Вы же такой товар продаете. Мы его просто привозим продавать. И берем там же, где и все берут. Покупаем и привозим. Кое-что а в вашем рассказе не клеится. Идите и скажите, вот товар ваш дерьмо, воняет. Я думаю, производитель не виноват, вы виноваты. Правда? А чем? Ну, мое субъективное мнение. Рассказывайте, просто интересно. У вас опять переменчивое настроение включается. Оксан, зовут его Артем Вольф. Его даже знали, кто подослал. Все спокойно. Конечно. А кто подослал? Руль пришел, руль. Вырулил, все. Все, все знаю, по IP пробил. Что ты меня? Не твое дело. Чтобы вообще не хочу даже разговаривать. Чтобы он просто думать, каким-то гастарбайтером попал. Когда мы лицо послали, она вообще... Гастарбайтером? При чем здесь вообще это? Стеклянный. Гастарбайтером попал, лицо стеклянное. А я не о тебе говорю. Да-да-да, хорошо. Что ты взял? Теперь ты помогу честь. Кто меня подослал-то, интересно? Все знают, кто меня подослал. Да, слушайте, молодой человек. Уже все, вас распустили. Кто вы, что вы? Какие? Я очень жалею, что меня не было в этом
с самого начала. Мне кажется, я бы раскрылся там во всей красе. От меня бы отписалось очень много народу, но очень много подписалось бы. Еще больше, чем отписалось, да. Мне кажется, меня бы там порвало просто... Там бы просто началось такое исполнялово. Он бы взял с собой Колдрекса, закинул бы 3-4 таблетки, если магазин бы был закрыт. Стал бы так пенить и орать «помогите, спасите», что там бы вообще бы началось такое, такой марлезонский балет. О. И актеры удивляются. Ну ты пришел, вот открываешь, ты закон, предъявляй закон, что ты имеешь право здесь открыть. Да не хочу я вам ничего рассказывать, я же не юрист, не ваш личный консультант. А куда ты сюда, если не юрист? Пришел, потому что я покупатель, я же говорю. Ты не покупатель. Так кто же я тогда? Ты не покупатель. Я купил у вас товар, как ты не покупатель? У нас товар. Ты у нас его не хочешь покупать. Все люди слышали об этом. Не надо махать. Вот, зайдут сейчас 100 человек и скажут. 100? Вон они стоят в студии, посмотри. Вы меня обманываете. Максимум человек 5, которые здесь были, сколько человек? 3. Человек 5 это ты. А там 100. Чего? Нет, я один, у вас глаза... Я потерял нить разговора. Птерица, получается. Я один здесь. А у тебя тысячерица. Мне интересно, что всегда не... А ты вообще лох. Получил? Си-йога. Смотрите вы, кто подослал. Почему вот вы всегда начинаете и обрываете? Всегда интересно, кто же подослал? Ты говоришь, чего ты здесь, тебе не нравится? Интересно. Вопрос. Чего ты ждешь? Чего ты ждешь? Чего я жду? Получай. Сказал, мне не нравится товар, все, этого достаточно. Там стоят люди, и тебя отсюда люди не выпустят. Правда? Там стоит микроавтобус. Люди нас выпустят. Просто там, которые хотят купить товар, которым ты не даешь купить товар. Из-за тебя здесь собралась очередь. Я не даю. Ну иди посмотри. Что такое? Что такое? Ничего, просто. Не надо мне ручку трогать. Девушка, а чей заказ у вас? Какой заказ? Толпа, 100 человек стоит. Сейчас круг сделаю. Чей заказ у вас? Еще один шальной глаз. Не пойму, ну вам-то что не спится? Заказ. Вот люди приходят, сейчас люди все недовольны. Магазин... Посмотри. Люди недовольны. Ну, конечно, недовольны. Нельзя купить. Фунфырик. Хороший. Чего заказ? Какой заказ-то? Ну, вас сюда кто привел-то? Ну, говорит, что он все знает. А вы откуда? Смотри. Буйный дед. Прекрати. Вы здесь пришли-то вообще? Какие мы обычные покупатели? Вы здесь живете? Обычные покупатели. Где вы здесь живете? А какая разница? Как, откуда вы приехали вообще? Ну какая разница? Ну, живем, ну, как? Не живем, ну, какая разница? А где вы живете-то? А какая разница? Вы что, приехали? В чем проблема? А что вам не понравилось? Мне лично? Да. Я что, вообще ничего не делала? Нет, а что вы? Ничего не покупала. Вы снимаете? А что вам не ничего понравилось? Ничего не трогала. А что вы снимаете-то? Хочу, снимаю. Быдло. Снимаю. Старое причем. Фу таким быть. Телефон хочу, понятно, снимаю. Хочу, снимаю. А зачем? Просто для... Потому что светофор зеленый. Для себя. Для себя. А вам что не понравилось? Какие претензии? У меня... Ну ты сначала выслушай! Ну ты сначала у людей спроси, что не так, потом начинай пенить. Ты что такой дурной-то, я не пойму. Что расстроишь меня? Расстроишь все сейчас, расстроюсь. А, никаких. Я говорю, у меня никаких претензий. Начинают? Чуть ли не кидаться. Да что ж такое, а? Посмотри на него. Стоит этот... Нет, ни к магазину, ни к вам. Зараза. Ну иди домой. Где же... Иди домой, сейчас ты пойдешь домой. Иди домой. В смысле, я хочу, вышла. Захочу, зашла. Лох цветочный. Стоит тут, посмотри на девочку маленькую. Чуть ли не это. А что снимаешь, а что стоишь, а что здесь, а что там? Сейчас будет уфу, салам алейкум тут. Посмотрите на него. Ты агрессивный, кидается. Зашла. Какие ко мне сейчас претензии? А магазин закрыт, значит, больше не зайдете. Ну, серьезно ты? Да мне это скажи. Не зайдете? Не зайду. Ну, значит, гуляйте. Здравствуйте, привет. Открыт, посмотрите. Закрыт. Там люди стоят. Ну, где? А люди стоят. Ты сейчас серьезно, чел? Посетители. А посетители могут зайти. Какие посетители? Тут нет никого. Ты что такой придурковатый-то, правда? Что ты стоишь-то все? Это мужчина, кстати, проблемы. Какие проблемы? А где вы живете, мужчина? В Москве.
Мне Москва, что вы здесь делаете? Подмосковье. Заехал погулять в лес. В лес погулять? Да. Это магазин, это не лес. А зашел в... Правда, такие люди есть? Слушай, я таких еще, правда, я вам серьезно говорю, не встречал. Это вообще, это ужасно. Каком здесь, вообще, каком уважении может кого идти речь? Ты посмотри, там просто, там голова вообще пустая абсолютно. Ну там просто, там деревянный. В магазин продукты купить правильно. А, продукт купить? Да. Пойдем вместе на своих купить. Пойдем. К сожалению, активист не успел сразу достать камеру, но смотрите внимательно. В кадре видно ее руку, которая идет по траектории от корзины блогера. Еще только расправляющуюся пачку чипсов после того, как ее мяли. И, собственно, весь товар в корзине блогера, который был целым, уже испорчен. Таким образом, эта женщина... Она просекла. Женщина пыталась подставить блогера и подвести под статью. И если бы это был случайный покупатель, а не человек, который пришел с нами, то у нее бы получилась эта маленькая шалость. Но это оказался наш человек, чего на тот момент она еще не знала. Снимаешь, что они мне товар попортили? Ой, ты понял, как она лоханулась? Я этого не знал, кстати. Артем, надо о таких вещах говорить, родной. Ну, это вообще забей. Ты понял, что они хотели сделать? Пока Тёма вышел, он... Снимают видео, потом будут выкладывать. Смотри. Видишь, вот они придавили, сказали, что им ничего не нравится. Я хочу тур купить, а из-за вас я не могу купить тур. Покупайте, я тут пришел. В журнале «Ералаш». Если бы я такое знал, я бы немножко по-другому бы общался, когда мы там... Я бы не стоял там, ничего не объяснял. Фу, такие вот, такой быть. Это ужасно, это ужасно. Ждем следующего выпуска. Обязательно. Да, Тёмушка мне заранее скажет. Я одним из самых первых посмотрю обязательно выпуск. Да-да-да, там он стоящий. Один из лучших, наверное, выпусков Артема. Вообще, в принципе, да, как я считаю. Ну, потому что там появился Ален Делон. Да. Ссылочку на Артема Вульфа оставил внизу в описании. В первом закрепленном комментарии знаете тоже, какие ссылки. Всем спасибо, всем пока. С вами был Леха, канал Hardplay. Не забудь поставить лайк. Новый рейд сам себя не сделает. Да. Тарарарату. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.